Всем доброго времени суток. Сегодня вот хочу поговорить о модельных магазинах, работающих через интернет. Ну, самый популярный магазин у нас это Я Моделист. Очень удобный. Мне нравится, как они упаковывают все, отправляют. Работает очень качественно и оперативно. Ну, конечно, цены можно найти и получше, подешевле. Вот модель Ангар магазин из Санкт-Петербурга. Тут хороший выбор Смоленова автомаркета. Вот дополнение, бывают распродажи. Цены сами видите. Предзаказ. Вот предзаказы. Новинки. Много чего. Как-то один раз заказывал у них. Ну, тоже понравилось. Вот магазин Центр Хобби. Где-то он в Хабаровском крае или где находится. Где-то там. Но мне не понравился этот магазин. Цены написаны одни, а в итоге мне счет выставили. Цена чуть ли не в два раза дороже. Заказывал у них краски, ждал целый месяц. Мне лак нужен был. Не знаю, можно попробовать заказать, но в принципе цены у них небольшие. И новинки продаются. Но, как я так понял, они продают их при заказе. Их нету, а у них уже цена стоит. Вот. Armor 35. Очень много дополнений. Автомаркета. Краски. МИГ. АК. Химия. Ну, вот. Тоже у них заказывал как-то. Ну, сам я живу в Свердловской области. И как-то бывал вот в этом магазине. Масштаб находится в Екатеринбурге. Ну, мне тоже все понравилось. Оплата также. Удобно все. Оплата по карте можно, сбербанковской. Но у них в основном сейчас продажи. Автомобили в 43-м масштабе, очень на большой выбор. Цены немного повыше, конечно. Вот этот магазин Scale Fan. Но выбора у них мало, я скажу. Бывают акции, предзаказы. Надо смотреть, выбирать. Вот магазин находится в Перми. Аэрографы и компрессоры продают. Цены, я бы сказал, невысокие. Постоянно у них новинки, инструмент. Как таковых моделей нет, а вот аэрографы, компрессоры, инструмент, всего полно. Все ссылки будут в описании на эти магазины. Вот также E2RD. Они тут изменили маленько дизайн сайта. Кстати, он мне сейчас не так нравится. Старый больше нравился. Ну, тоже цены вполне демократичные. Вот еще Хобби Делюкс. Ну, не знаю, почему-то новости последние, вот июль, больше ничего нет. Как он работает, сейчас неизвестно.
у них миниард продается. Не знаю, как цены, миниардом не интересовался. Находится он в Севастополе. Заказывал, тоже проблем не было, мне быстро отправили. Ну, теперь перейдем к иностранным магазинам. Хобби Изи. Ну, тут доставка, конечно, дороже выходит у них. Есть, вот у них акция, вот это. Бесплатная доставка модели. Ну, цены можно выбрать в рублях. Так он находится в Гонконге. В рублях, в долларах. Оплата также через PayPal. Карточкой. Все очень удобно. Вот также магазин Lucky Model. Продается очень много всего. Оплата также через PayPal. Ну, PayPal вообще удобная система, мне нравится. Ну, даже Армата уже продается в продаже. Вот таком. Наверное, в предзаказе. Вот еще магазин. Супер Хобби. Находится в Польше. Тут, видите, и русский есть. Языков полно. Со всей Европы. Также новинки. Здесь химия. Вот МИГовская. Выходит дешевле. Ну, все зависит от веса. Вот видите, в разных валютах. В рублях. В долларах. Оплата через PayPal также. Не знаю. Я покупал за границу. Через PayPal вообще удобная система. Если какие-то проблемы, вам деньги вернут. Если товар вы не получили. Ну все на этом. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Смотрите постройки моделей. Всем пока.